Пьяные покатушки на снегокатах и ледянки, привязанных к автомобилю, обернулись трагедией. Упавшая со снегоката девушка попала под колеса попутного автомобиля. Смертельная дорожная авария произошла в ночь с 18 на 19 ноября в Белоярском районе Свердловской области в 3 километрах от поселка Баженово. Группа молодых людей и девушек, в большинстве своем родственников, после семейного застолья отправилась в поле для небезопасного увеселения. К автомобилю ВАЗовской девятки на трассе они привязали пластиковую ледянку и 2 снегоката. Усадили девушек в этот импровизированный паровозик и стали катать по заснеженной полевой дороге, ведущей от Баженовского переезда через так называемый аист. Следом за этим паровозиком ехал еще один автомобиль «Лада» 12-й модели. Под его-то колеса и угодила упавшая с последнего снегоката 22-летняя Кристина Акст. Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, трагедия произошла за 10 минут до полуночи в 3 километрах от Баженова. За рулем «девятки», буксирующей снегокаты, находился 24-летний водитель, ранее дважды уже привлекавшийся к административной ответственности за вождение без прав. В ходе освидетельствования его на состояние опьянения выяснилось, что за руль он сел не совсем трезвый. В выдыхаемом им воздухе был найден этиловый спирт в концентрации 0,259 миллиграмма на литр. Это немного, но почти в 2 раза больше так называемой технической погрешности. После того, как Кристину извлекли из-под колес двенашки, ее дяди, водитель девятки положил пострадавшую в свою машину и повез в Белоярскую центральную районную больницу. К сожалению, Кристина не дождалась помощи врачей и скончалась прямо во время транспортировки. По факту случившегося начато разбирательство, которое с высокой долей вероятности выльется в уголовное дело против 24-летнего родственника погибшей.